Здорово, братья! Сегодня я буду играть вместе с Варпачом в Вормакс его! Здорово, чуваки! В общем, сегодня мы будем играть в прекрасную новую игрульку, которая совершенно недавно вышла. Она уже успела переманить основную аудиторию Слизарио и Агарио. Игрушка с нереальным крутым графоном, с новыми скинами. И, конечно же, самое главное, без лагов. Вормакс его! Я думал, ты сейчас начнешь читать дабстеп. Итак, сейчас мы будем пробовать командную игру. Это значит, что сейчас мы присоединимся в одно лобби и будем вместе с Варпачом гамать. Давай на счет три нажимаем кнопочку. Раз, два, три, погнали! Отлично, итак, начинаем держаться. Ой, я тебя вижу на карте. Нет. Кстати, если ты в меня врежешься, то ты умрешь. Ну, в этом вся фишка. То есть ты можешь подключиться вместе с другом, но здесь нет такого, что вы не будете врезаться в друг друга. Ну и на этом спасибо. Вот реально, серьезно, это уже шикардосик, что можем просто подключиться друг с другом. На самом деле здесь намного проще подключаться друг к другу. Да. Не лагает так, как этот предыдущие змейки эти. Я слышал, что здесь где-то есть бустеры. А, меня чуть не подрезали. Бустеры есть, я находил бустеры. Да, бустеры, покажи, типа... покажи, я буду ехать за тобой. Они выглядят как... какашки. Ну, как какашки, да. У коровы. Как выглядят бустеры, давай искать. А, да, здесь же новые скины животных, ты в курсе? Я кошечку убил, я убил кошечку, я убил змейку. Да нифига себе. Посмотрите на этого убийцу, убивает. Ужас, просто ужас. Ой, смотри, какой большой умер. А, я умер. Меня собака чуть не окружила. Ужас. Очень, очень громко сейчас у меня заиграла. Живи, друг мой. Кто на первом месте? Undertale на первом месте. Сейчас посмотрим, кто на первом месте. Так, я снова подключаюсь в игру. Да, у тебя 10 очков. Отлично, эта штука работает. Да, прикольно даже показывать, сколько очков. А что за штука? Стоп, здесь есть какие-то способности. Здесь их вроде можно как-то прокачивать даже. Сейчас, ну-ка. Да, реально, я просто остановился. Вот это суперспособность, офигеть. Это круто, согласен. Мы с тобой прям в эпицентре, я так понимаю, летим. Я собрал бустер. Что он дает, Я хочу узнать, что дает этот бустер. Блин, это какая-то супер улетная штука. Вау, на моих глазах прямо сразу несколько червей в одну ловушку попались. Нифига себе, а тут при мне чувак чувака убил. Ай-яй-яй-яй, он закручивает меня. Что за ужас у тебя там происходит? Тут происходит смерть, вакханалия. Мясо, вакханалия, варпачизм. Ой, отлично. Я собрал бинокль, вау, эта штука показывает мне более большой радиус. То есть я могу смотреть, что вдалеке находится. Офигенно, экран так чуть-чуть назад откинулся. Вообще улетно. Опа! Нифига сейчас себе. Кошечку убью, сейчас убью кошечку. Какой-то магнит нажал. И что он делает? А! Это... О, он магнитит. Будь здоров, Варпач, будь здоров. А что магнитит? Что магнитит? Он бустера помогает. Не знаю, что он магнитит. Ой, тут безжалостный малец хочет убить меня. Здесь много разных бустеров, и вот в них очень тяжело разобраться, но это очень круто, то, что какие-то суперспособности есть. Вот только что одна закончилась. Так, я взял еще одну суперспособность. Я теперь могу проходить сквозь. Смотри, подожди, давай рисканем. Ну-ка, вот, едь, я сквозь тебя пройду. Давай! Офигеть! Нет, не едь больше меня. Давай, кошечку, зажимай кошечку. А ты видишь кошечку это? Кошечку видишь? Я за тебя на карте. Вот они, кошечки. Вот, киса. Давай, кисоньку. Кис. Киса. Да, красава. Отлично. Собирай массы. На тебя едет один чувак. Капец, тиган! А там, ну-ка, да, можешь захавать меня. Так, я захаваю. Можешь захавать меня. Захавай меня. Захавай меня полностью. Не достанешь же я никому, кроме тебя. Блин, так круто, эта штука вообще не лагает. Я помню, я играл каждый раз с Лизарией, и у меня постоянно все лагало. Согласен, полностью согласен. Они постоянно лагали практически каждый сервер. А здесь вообще улетно. Да, вообще огонь. Мне нравится возможность игры с друзьями. Вот это круто, можно просто собирать пати и заходить и гонять и всех нагибать. Да. Здесь даже видишь, не просто, как бы, так скажем, геймплей играть с друзьями интересен, а как насколько легко подключиться. Да. Ты там живой? Ты там живой? Я найду тебя. Я вот рядом с тобой пролетел только что. А, это ты что ли такой был? Скала! Фак, нас убили!
Светящийся капункул. Офигеть! Светящийся габуткул капон. Да, о, да. Здесь есть, кстати, кнопочка магазин. Что здесь? Здесь можно выбирать артефакты. То есть, так, увеличивает дальность сбора еды. Вау, так, это, как я понял, в порядке возрастания все собирается. Уменьшает восстановление умения призрак на 5. То есть, это призрак, как я понял, это то, что ты использовал, проходил эту штуковину. Увеличивает длительность действия умения призрак на 1 секунду. Так, это я тоже понял. А какая-то гирька увеличивает стартовую длину на 100%. Вау! Червяк получает минус 50% от поглощения токсичной массы. Вау! Блин, какие-то крутые штучечки. Так, и здесь, как я понимаю, можно... А, ну здесь можно еще за донейшн что-нибудь купить. Тоже прикольно. Вау, нифига бешеная. Офигеть. Что там происходит? Что происходит? Я лечу к тебе, Варпач, я иду на спасение. Ой, да сколько? Я умер. А, это тебя сожрал этот флаг Америки? Да, я понял. Да, да, о, да. Какая ирония, какая Америка ирония. Америка меня сожрала. Все, Варпач, тебя поглотили гамбургеры. Да. Здесь реально круто, что есть бустеры. Бустеры, да. Это то, что нужно. Я сейчас хочу попробовать найти какой-нибудь. У меня стоп есть сейчас способность. Ее вроде бы можно тоже улучшить. Ну-ка, опа! О, я бинокль сейчас обманул. Возьму. О, отлично, бинокль круто. Ну, не насильно далеко отдаляет, но прикольненько. Но тоже неплохо. Это, знаешь, добавляет некую возможность против соперника. Да, у меня две радиоактивности на самом деле. Это... О, Варпач. Я тебя вижу. Точнее, два буста радиоактивности и бинокль. Так, давай. О, бинокль! Тоже сейчас соберу. Ура, бинокль. Отлично. Есть. Смотри, да. Саша! Давай, сиди в Сашу. О, ГГ, ФАГГ, все. Нет твоей головы больше. Что мне радиация вообще дала? Что-то я не совсем понял. Она дала тебе радиацию. Ну, походу, да. Что-то значило. Да. Слушай, здесь есть еще вроде бы тестовый режим, где есть NPC. Ты знал это? Типа боты? Типа улитки какие-то. Я хочу на них потренироваться потом. Вау, окей. Сейчас я должен... победить, вначале завоевать все топы, а потом я вам это все покажу. Сейчас вот посмотрите просто на топ, вы увидите, кто в топе. Ну, конечно же, мы, видишь, у нас 207-й. 207-й и 375-й вес, да! Огонь. Ну, я же говорю, профессионалы, профессионалы. Именно, вот именно. Ой, нифига резкий. Ты возле меня прямо. Да, я твой ник даже не заметил. Это я. Ну-ка, давай, кто из нас победит? Кто из нас победит? Кто из нас победит? Кто кого из нас съест? Смотри, ну-ка. Вот так вот, значит. Это был батл, да. Гейм овер. Так, ну-ка, я сейчас попробую больших брать на таран. Секунду, давай, жри его. Жри, ускоряйся, жри. Фак, меня убили. Ну что такое? Ладно, я возьму себе какой-нибудь бустер. Так, есть за 100 монеток, за 500 монеток. Так, а мне нужны тоже какие-нибудь. Ага. Я только что купил 500 эссенций, и сейчас я смогу себе купить в магазине какую-нибудь способность, точнее, прокачать ее. Итак, что мы будем прокачивать? Кстати, сейчас я смогу узнать, что такое радиация. Радиация — это у нас червяк получает минус 50% от поглощенной токсичной массы. Во, все. Скажи спасибо, что я напомнил. А что такое токсичная масса? Это что-то ужасное. Токсины — это плохо. Я вижу... Короче, когда ты берешь токсин, я так понимаю, здесь у тебя твои частицы распадаются и пропадают быстрее, я так понимаю. А, ну скорее всего, увеличивает стартовую длину на 200%. Короче, я эту гирьку хочу прокачать. Хорошо, давай, уменьшает восстановление умения призрак на 10%. Я еще ни разу ее не использовал, но думаю, это будет прикольно. Улучшить, улучшаем, отличненько. Yes, я прокачал способность. Давай, братан, я присоединяюсь. Варпач! Я тебя вижу, я давай вижу твою стрелочку, сюда. Я ползу, помахай мне рукой, ну! У меня нет руки, я же червяк, ты чё, блин, я забыл, эволюционирую в черепаху, ой, в эту, в лягушку. Тебя чё, убили, что ли? А, я топчу за тебя! Давай, ну-ка, сейчас я ему задницу надеру, я прям возле него катаюсь, ну-ка, да, его убили, двух убили! Вау-вау-вау, сколько масс, офигеть! Я слышу, как ты кричишь, но ты не растешь. О, 600 сразу, отлично. Воу, вот это, смотри, 800. Сейчас будет 1000. Дотяну до 1000, интересно, нет? Да, дотяну до 1000. Нифига, красавчик. Вау, косарь. Сейчас восьмеру. Первый косарь. Нет. Воу, офигеть, сколько я червей начал под конец прямо. Что там у тебя происходит? Воу, что происходит? Как это?
Как эта штука работает, я не понимаю. Ты сейчас не представляешь, что я сейчас сделал. Я вот сейчас рядом где-то с тобой. Вау, 1500 масс, чувак. Убил киску, она тут офигеть, смотри, сразу. Вау, сколько я сейчас-то собирал. Вау, да ладно. Чё мне так везет? Я никогда не умел играть в этот Вормакс. Нет! Трупика! Это просто массовое крушение. Да. Воу-воу-воу! Что-то он очень быстрый, что-то очень шустрый, чувак. Он в меня чуть не врезался. Как у тебя там дела обстоят? Очень быстрый, очень шустрый чувак. Я к тебе ползу. Да ладно! Я сейчас в киску врезался. А, это ты был? А, ты в киску врезался? Обожаю эту песню. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какие резкие! Воу, 500 масс, держусь. Что такое? Да, резкие тут чуваки. Шустрые чуваки, да, гоняют? Вообще очень шустрые. Ладно, я ускорился, я трачу все свои массы. Это что еще такое? Здесь у чувака просто нереально здоровый хвост. Ну ты понимаешь, о чем я? Меня убили. Нереально здоровый хвост. Пока я полз посмотреть на этот хвост, меня убили. О, кстати, я прям возле тебя появился. Точнее, ты возле меня появился. Да. Давай, поехали за мной, поехали за мной. Ехали. Чучух-чучух. Я собрал какую-то способность. Ой, я стал прозрачным. Не испугался, нет? Знаешь, такое это... Ой! Нарваз. Да, нарваз. Так, магнитик. Ну-ка, давай магнит что-нибудь мне. Магнит мне что-нибудь. Я на окраине уже. О, токсины! Токсины. А, сейчас дотронусь до тебя. Сейчас дотронусь до тебя. Знаешь, так это... Чпонька. Это знаешь, в каких-то муиках, короче, показывают, где такие get, it's trial to the next noise. И знаешь, такие типа едут прям вровень. Ты испугался? Я сдох, а не испугался. Это были ковбойские драки. Летим! Сейчас все 1000 масс обратно в карлика превращусь. Вот маленький пузатенький карлик. Улитка! Я нашел улитку! Офигеть! Где? Да, я ее сейчас захвачу! Давай, умирай! Ну, да, я ее убил! Вау! Я убил NPC! Просто была улитка, какой-то непонятный гомункул ползал. А, вот он, это улитка? Ты нашел ее? Да, вот, иди сюда. Где ты? Сейчас я еду к тебе. Уп! Да, это была улитка. А, это мои очки! Все, тебе конец! Давай! Кто ж победит? Yes! Я думал, я быстрее тебя там. Короче, я пошел в раш на мид. Сейчас я тебе покажу, что такое настоящий мувик Freesic Zero No Scope. Где мои MLG очки? А у меня их нет, поэтому буду делать так. Поехали на мид за мной. Я ползу. Давай, ползи на мид. О, сейчас этого червя. Уху! Что? Меня убили! Блин, мне понравилась эта игруха, тебе как? Да, прикольно. Она вообще улетненькая. Да, мне нравится графон. Здесь такой графон, и здесь есть какие-то скины различные, типа не различные тормози, скины не тормози, с животными. Братан, тормозов нет, вот это самое главное. Да, ты должен постоянно быть в энергии, короче. Ну вот, здесь можно еще котика выбрать. Жаль, что я не играл за котика, ну и ладно. Братюни, надеюсь, вам понравился этот ролик, и вы уже поставили лайк, и подписались на мой канал и на канал Варпача, если вы еще не подписаны. Если что, ссылочку на игру я оставлю в описании под видео. Давайте вместе с вами поиграем и посмотрим, кто сколько из нас масс может собрать как можно больше. Я правильно сказал или нет? Нет, да. Скорее всего, неправильно. Спасибо за просмотр, с вами был Позитифон, всем адьос! Всем удачи и всем пока, друзья! Like a Hellcat.